Всем привет! Сегодня я хочу обозревать сервер Майнкрафт. Это Уралкрафт, 4-й или 5-й сервер. Так, что долго грузит. Вот, все. Так, где там Уралкрафт? Вот Уралкрафт. На нем 77 человек. Но это очень мало. Так. Пока что я сделаю на паузу, чтобы вы не видели пароль. Итак, продолжим. Я вошел. Тут есть очень, ну, у вас хороший кит-старт сразу при захождении на сервер. Кит-стартер вроде так. Ну или как-то так. Кит-старт вроде, да. А, нет, я вспомнил. Ну, не, сейчас этот набор нельзя получать. Тут есть и другие. Эти... Как там они называются? Киты. Итак, сейчас перейдем по серверу. Есть PvP. Например, PvP. PvP. Голодные игры. Потом что дальше? PvP. Мопарена. На мопарене вы можете зарабатывать деньги. Ну и так далее. Дальше. Мопарена и оружейная. Здесь вы можете купить оружие, чтобы, например, чтобы алмазники от вас отстали. Паркур. Наркотики. Жениться. Паркур. Ой. Паркур. Наркотики. И жениться, и там есть лабиринт. Ну ладно, остальное вы сами все посмотрите. Подпишись на канал, поставь лайк, заходи на сервер, IP будет в описании. Надеюсь, тебе будет нравиться версия 1.5.2. Заходите, ребят, я не пожалею вещей вам. Просто пишите мне. Ну ладно, заходи на сервер, реально. Очень хорошо, тут можно поиграть, развиться. Это сервер в роли РП, а не там... Ничего не так далее. Ну ладно, пока, подпишись на канал.